Канал Top Goal представляет результаты 12-го тура чемпионата Германии и пятерку команд, расположившихся в верхней части турнирной таблицы. Итак, пятое место. РБ Лейпциг провел тур в Вольсбурге. Первые минуты выдались безрадостными. Лейпциг пропустил. Разбить оборону хозяев и сравнять счет получилось не сразу. Но ничья длилась недолго. Волки поймали гостей на контратаке. 1-2. Четвертое место. Боруссия Дортмунд. Здесь ситуация сложилась зеркально. Тоже Боруссия, но Мёнхенгладбахская уверенно пошла на хозяев и нанесла сходу два точных удара. Ответ Дортмунда оказался жестким. 3 гола до перерыва и 1 под занавес. 4-2. Третье место. Штутгарт. Играл во Франкфурте на Майне. Местный Айнтрахт старался держать марку, однако швабы оставили первый тайм за собой, а во втором не позволили хозяевам отыграться. Победный счет не изменился. 2-1. Второе место. Бавария. Деликатно забрала 3 очка у козлов. Именно так называют болельщики команду Кёльн. Единственный гол в этой выездной сессии обеспечил Харри Кейн на 20-й минуте. Первое место. Байер 0-4. Леверкузен навестил Бремен и своим визитом остался доволен. Вердер оказался пассивен в атаке и неэффективен в защите. Байер забил 3 мяча и сохранил лидерство. Подписывайтесь на канал. Спасибо, если уже сделали это. Смотрим дальше.